Дорогие друзья и гости моего канала, всем привет! Поздравляю всех девушек, женщин, мам и бабушек с 8 марта! На своей странице в Инстаграм Игорь Крутой поделился видео «Запись симфонического оркестра для новой песни Димаша и Ильяв». Впервые эту песню Димаш исполнит на вечере у Юдашкина в Кремле 8 марта. Димаш с концерта в Риге прилетел в Москву и в своем Инстаграме написал, что новую песню можно посмотреть сегодня вечером в 10 часов на моем канале YouTube. Ссылка на канал YouTube Димаша будет в описании под видео. Друзья, посмотрите потрясающие кадры с концерта в Риге. Людей, которые были причастны к созданию этого концерта. Друзья, в особенности девушки, дамы, я забыл, к сожалению, поздравить вас с наступающим 8 марта. Пожелать вам всего самого наилучшего, счастья, любви, семейного благополучия, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы дети росли достойными людьми, чтобы ваши мужья вас любили очень сильно, чтобы ваши родные жили долго и счастливо. В общем, я вас очень сильно люблю, с наступающим праздником. Мечтаю о том дне, когда в мире нигде не будет войны. Браво! Если так, пользуясь моментом,
меня сейчас есть прекрасная возможность обратиться со сцены к многомиллионной аудитории и ко всем, кто здесь сидит сейчас на моем концерте. Просто я всегда говорил, что из-за недопонимания взрослых людей не должны дети страдать. Вы понимаете? Кто-то решил развязать войну, и при этом вообще маленький ребенок, который не в теме, в итоге страдает. И на эту тему я сочинил одну песню. Она на китайском языке, но мы ее понимаем. Музыка не имеет языка, я так считаю. Очень много новостей о Димаше в Евразийском фан-клубе ВКонтакте и на Ютубе. Ссылки в описании под видео. Друзья, спасибо за просмотр. Всего самого хорошего вам и прекрасного настроения. Заходите почаще на канал, там найдете много интересного. Пишите комментарии, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.